Здравствуйте, дорогие подписчики и гости нашего канала. Сегодня я вам хочу показать, как делаются вот такие вот замечательные помпоны на шапочку, которые называются пион. Вот. Этот цветок можно сделать и как украшение для наряда. Значит, что мы для этого берем? Нам нужна линейка, клей быстро сохнущий, иголка, ножницы и нитки. Значит, берем линейку. Завязываем на линейку узелок. Раз, придерживаем. И второй раз. Потом переводим этот узелок вот на край линейки. И набираем ниточки. Значит, как мы их набираем? Вот так. Потом берем вот так нитку. И делаем петельку. И одеваем. И затягиваем. Вот таким вот образом. Вот. Снова раз. Вот так захватываем. Снимаем. И одеваем. Я вам медленно показываю, чтобы вы поняли, как это делается. И затягиваем. Старайтесь сложить ровненько. Снова раз, два. И вот так вот. И сюда выводите конец нити. Вот сюда. Я вам покажу на нескольких. Но для того, чтобы связать помпончик, вы можете брать любой размер линейки. Если вы хотите маленький цветок, можно брать 15 сантиметров или 10. Если побольше, значит, надо брать 20 или 30. Это уже будет зависеть от вас. И вот так вот мы набираем на всю длину линейки. Вот как я набрала. Вот, видите, на всю длину линейки. Вот. Но я вам покажу, все не буду показывать, а именно вот на этих, как это делается. Когда вы связали, ну, набрали полную линейку, вы отмериваете нить 3 длины. Ну, для верности можете чуть-чуть побольше. Отрезаем. Вставляем нитку в иголку. Вот так вот вставляем нить в иголку. У меня потерялась штучка, которая вставляет. Штучка какая-то. Да. Вставляем нить в иголку и начинаем сшивать. Значит, как мы делаем? Продеваем через две вот эти вот петельки. Сшиваем. И еще раз. И делаем вот такую вот. Закрепляем вот так вот. Вот, видите? Делаем петельку, туда просаживаем и зажимаем. Вот. Потом следующую. Вот. Между. Наверное, развину, чтобы вам было видно. Вот заводим за зад. Вот так вот иглу. Следующую. И обратно провязываем. Старайтесь аккуратненько, чтобы ровненько у вас лежало. Вот. Следующую продеваем. Вот так вот. Закрепляем. Каждую вот эту вот штучку мы прошиваем и закрепляем. Обязательно. Вот так вот. Вот. И еще. Когда до последней дошли, вот этот вот мы обрезаем нить и закрепляем, провязывая два узелочка вот с этой вот ниткой. Раз, два и обрезаем. Вот так вот у нас получается, ну, тут аккуратненько.
А теперь мы берем, иди, Валик, смотри, как мы делаем. Берем, вот, когда вы уже сделали это, снимаем с линейки все вот эти вот, что мы с вами сделали. Аккуратненько так, чтобы ничего не порвалось. Ой, вот. И сейчас будем склеивать наш цветок. Берем быстро сохнущий клей. И вот так вот понемножечку раз и заворачиваем. Крепенько держим. Дальше еще. И ровненько так старайтесь, чтобы ровненько и эти вот наши штучки были вверху, чтобы они сюда на низ не зашли. И снова. Так вот. Так, полностью. Вот так вот мы склеиваем эти, прижимаем, старайтесь, чтобы ровненько было. Такой быстро сохнувший клеток. С руками. Сейчас мы доделаем. И вот так вот мы последний доклеили. Если вы не хотите склеивать, можете сшивать. Вот так вот. А теперь вот так вот мы его распушиваем. И вот такой у нас получился замечательный пиончик. Конечно, эта работа кропотливая, требует терпения. Ну ничего, зато выглядит очень красиво. Вот, мои дорогие, на этом и все. Желаю вам крепкого здоровья, всего самого хорошего. До свидания.